Комсомольский авангардный театр к нам представит премьеру документального спектакля «Я есть». Как рассказала режиссер театра Татьяна Фролова, работа над постановкой велась в течение 2 лет. В основе спектакля наблюдение актрисы театра за своей матерью, которая поражена болезнью Альцгеймера. Елена Бессонова записывала аудио, видео, текстовые файлы, из которых позже режиссер выстроил драматургическую основу спектакля. Как рассказала Татьяна Фролова, через историю одного человека в постановке, как через призму, показано наше общество. О чем именно будет предстоящая премьера, рассказывает режиссер. Ну, естественно, это будет спектакль о памяти, о том, что это такое для человека, для общества. Если уничтожить память общества, то что будет с нацией, что будет с народом? Этот спектакль отвечает на такие вопросы, что такое вообще для человека свобода. И может ли человек, который вырос без свободы, ощутить, что ее у него отбирают? Может ли нация, которая выросла без ощущения свободы, понять, что она теряет что-то такое невидимое? Премьерный спектакль можно посмотреть в эти выходные, субботу-воскресенье, начало в 18:00. Добавлю, что данный проект состоялся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.